похожа на маму глазами и ее характером. 8 марта – это твой день, потому что ты самая лучшая женщина. Потому что я тебя очень сильно люблю. Ты лучшая мама. С 8 марта. Я, как и мама, очень люблю ходить в кино. В чудесный праздник весны и женщин хочу пожелать тебе, мама, чтобы твое сердце расцветало так же, как все вокруг благоухает весной. Ты для меня самый родной человек. Я тебя очень сильно люблю. В этот прекрасный праздник я хочу пожелать, чтобы ты никогда не болела. И чтобы каждый твой день приносил тебе только счастье. Мамочка, я тебя очень сильно люблю.